Приморский край и президентская платформа «Россия – страна возможностей» заключили соглашение на ВЭФ-2023. Оно позволит значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия и разработать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи края. Сотрудничество с президентской платформой «Россия – страна возможностей» – отличный способ помочь нашим молодым приморцам заявить о себе не только на уровне родного края, но и на уровне всей России. Количество участников проектов и конкурсов платформы в крае за 5 лет выросло более чем в 28 раз, с почти 7 тысяч в 2018 году до 103 тысяч человек на данный момент.